Хорош. Он еще раз ему втащил. Молодец. Бонус. Паром в нее кинь хотя бы. Вот так вот. Хоть какая-то польза от союзников. Граждане, останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. Присаживаемся, смотрим видео, ставим лайки, пишем комментарии. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в The Dungeon of Nahilubuk, Hilabaluk. В общем, The Dungeon of чего-то там. Играем мы в DLC, который называется Back to Futon. И в прошлый раз у нас произошли две стычки вместо одной положенной. Но второй можно было избежать. Задачи у нас остаются теми же. Нам нужно все еще топать в бездну Урика. И надо осмотреть колодец душ. Пойдемте. Осмотрим колодец душ. Все время кажется, что вот-вот уже оно должно закончиться. Но что-то как-то оно все продолжается, продолжается и продолжается. Но игра классная. Пошаговые игры, конечно, у меня на канале не пользуются особым спросом, но, блин, эта игра классная. Все. Так, тут у нас бывшие трупы. Монстры нам отдают честь, потому что мы их расставили. Так, куда я пошел? Мне надо еще на этаж ниже. Зачем я сюда полез? Там же рядышком спуск. Вот здесь. И вниз. Ну да, зубов всего два. И те слишком длинные. Как кушать-то? Кусаться здорово, но вот как кушать? Хрен его знает. И шоки, наверное, себе исцарапал. Так, нам... Да, нам сюда. Нам не сюда. Что там за вопли? Шум, крики. У этих все еще забастовка? Идите вы знаете куда. Пошли к пещерам. Мы же в прошлый раз он кирки принесли эти... Правда, там ручки надо подкоротить, но это уже как бы... Что там, пилу взял да подкоротил? Так. Нам куда-то туда. Ну, идем туда. Сейчас нас опять станут бить. Мы в прошлый раз тут поколотили гномиев. Они, ребята, обидчивые. Ну и... Не туда пришел. Ладно, пойдем другой дорогой. Здесь мы, кстати, их защищали от пауков, а они все равно хотели нас побить. Ну, хотели, там варвар затупил, но не умею что своих обвинять. Come on, my loyal warriors, die for me, save your king. Mutant trolls are holding the stars. Роли мутанта заняли лестницу. Горящие пауканы. Пауканы. Не существует этой выдумки. Disheveled and mad as a hatter, but necessary. Not unlike servants. Let us save this bearded tyrant and demand the statue. Ну, начинается. Нам теперь еще и короля спасать. Делать больше нехтен. Так, ну чё? Ну да. Хуль фазок. Ну, фазок у него точно хуль полный. Ну и как этого клоуна спасать? Так, пауканцы. Так, мы будем... Будем выдвигаться как-то вот... Сюда. Кто там ходить будет? Фазоки. Все эти монстрятина, потом. Потом наш вор. Потом павуканы. Раз, два.
Потом раз, потом два, потом три. Потом этот. Опять павуканы. Эльфийка, потом варвар. Ага. Ну, ладно. Да ты. Ты нет, ты встань здесь. Будешь этих выпиливать при поддержке огневой со стороны вот этих вот. И да, подожди, раз, два, три, здесь. Здесь надо смотреть, как они на нас попрутся. Вот в чем дело еще. Эльфийка чуть. Нет, эльфийка здесь же останешься. Это у нас. Я тебя на контроль выставлю вначале. Да нет, от этой толки. Толки, да, от нее никакой, поэтому ты. Эльфийка, привет. Фу, займешь здесь позицию. Здесь позицию займешь. А контроль этой стороны. А ты, значит, будешь всех хилять. Так, гномийский король уже того выгреб. Так, ну поехали. Блин, Настя, втащил. Ты на хаос, а что это значит? Куда ты побежал? Беги к нам, дурак! Бежал бы к нам за тупок, все было бы проще. Сейчас его грохнут еще до того, как мы до него доберемся. У меня такое подозрение есть. Причем добраться до него надо не просто так, нужно добраться теми, кто может хилить. Он же уже битый. Ну нифига себе. Урона они наносят мало. Ой, хреново будет, ой, хреново будет. Ой, будет очень хреново. Так. Ходит встал, восстанавливается один пункт действий. Так, для начала давай-ка ты пыхнешь вот этих двух дураков. Чтобы они мазали. Красавчик. Местись чуть вперед. Будешь их агрить на себе. Ну как вот его спасать, я не знаю. Он в окружении врагов, и у него один уже сдох. Один бублик сдох. Второй бублик упал. Так, ну чё? Первая наша попытка. Запиндюрить Гномецкого поближе к королю, чтобы он там что-нибудь делал. Он же потом будет ходить еще. А нафиг. Так, сам выдвигайся тоже сюда. Тебе нужно тоже туда будет в бой вступать. Со всем этим говнищем. А мы с этими будем сами справляться тогда. Придется. Так, ты. Значит, бежишь прямо на него, отважно и храбро. Как положено рейнджеру. Ты как бы наш командир, предводитель, поэтому ты бафов нам не дашь, скотина, сволочь. Но попробуешь вырубить этот кусок дерьма. Бесполезный ты, клован. Так. Попробуй тоже выдвинуться сюда. И огненных птицов. Вот в этот район. Зашли. Нифига себе. Выгребли. Так, гнумий. А давай-ка ты их всех сложишь. Как тебе такая идея? Иммунитет. А этот тоже живой. Ему пофигу. Хреново. Эх, при возможности. Он пытается прорваться вот к более ватненьким. Это здесь как бы. А чё ж ты не сдох-то, скотина сволочь? Вот ты мразь. Вот это ты зря сделал. Попробовал побежать. Зачем? Так. Эльфийка, ты его вынесешь? Ты его не вынесешь, да? Ты не можешь его вынести.
Потому что... А почему? Так, а чё, подожди. Что это зелье у тебя? Дополнительный пункт действия используется на себя или на союзника в радиусе ближнего боя. Ну, давай. Оно совсем дает пункт до конца боя? Я не помню просто это зелье. Так. Смещайся сюда. И пока все, стоп. На следующий ход, видимо, будет у меня это самое. Так, Варварецкий. Тебе бы тоже ворваться куда-нибудь сюда надо. Вот сюда, например. Там мы как-нибудь разберемся, я думаю. А короля надо как-то спасать. Уже сдохнет, тварь. Шлеп. Ничего, разберемся. Ну, своему вкатил, молодец. Ты должен сейчас мазать. Ты мазать должен всеми ударами словно. Нет, он все равно попадает. Странно, эта хрень работает у вора. Я не понимаю вообще, как она работает. Так, что ты у нас можешь? Которая носит тяжелый урон цели, поражает всех соответствующих врагов. Ну, твой тяжелый урон, это типа вообще ни о чем. Большая защищенность снимает нокдаун, оглушение, обездвиженность. Давай, снимай. Навали бетона. Хорош. Навалила, молодец. Теперь отступи назад. И наблюдай. Пых! Ну, что ты встал? Удар сзади. Это, по-моему, наш этот самый что-то сказал. Мы на линии не стоим, но король пострадает. Это плохо. А чё он в своего не врезался? А, хорошо. А, хорошо. Что-то они на нас поперли. Ну, это, в принципе, по-своему тоже неплохо. По-своему. Нехило. А зачем ты своего завалил? А, чтобы что-то покушать и восстановить хп. А это интересно, они придумали. Так, он ближе к нашим хилерам. Минус. Блин. А, король-то прям жестокий. Как жесть сама. Давай сюда. Так, ты у нас вот этой штукой бьешь больно, да? Ну, пробуй. Обожаю, когда он так делает. Так. Так, ты у нас можешь что делать? Ну, он может делать болевантон. Вот так развернуться и вот так вот просто болевантон. Ибо нефиг. Физическое сопротивление, этот вырубился нахрен. Отлично. Так, ты, давай нам бонус к атаке. Бонус к атаке. Блин, куда? Чего? Вот бонус к атаке. На точность вот это вот все кидаю, то чтобы мы не мазали. Мы должны их бить жесточайше. И смещайся сюда уже тогда. На помощь к нашим. Ибо нефиг. Так. Ты у нас... что можешь? Ты можешь у нас... А что ты можешь-то, серьезно, так вот? У нас следующий ходит гном. Потом вот этот ходит. Это у нас вот этот. А, заткнись. Тогда пробуй этого вынести, чтобы его, он не ходил в следующий ход. Хорошо, теперь отступай. Они к тебе спиной, значит, ударов не должно быть при возможности. Так? Так. Теперь опять ходит гнумий. Ага, с разбега. Дотянешься до него? Давай.
Что-то как-то урон вырос не очень. Так, эльфийка. Давай, сотвори что-нибудь эдакое такое, чтобы прям геть и наглухо. А что ты можешь сотворить такое, чтобы геть и наглухо? Удлиненный выстрел, ну, это будет мало урона по нему ты нанесешь, поэтому тоже мало. Блин, что с тебя толку-то? Так. Большой урон нет. Эфийский рикошет. Ну да, да, по обоим шмальни. Хорош. How about I could favor six of your legs? Так, пока сохраняешь позицию, она пока актуальна еще. Так, вар-вар-вар. Давай. Вот он твой шанс. Продемонстрировать, что ты есть. Как втащил. Но что-то как-то не убедил. Есть такое подозрение, что не убедил. Так, ослик, суслик, паукан. Что будешь делать? Ничего, ты добежишь? Да, ты добежишь, скотина, сволочь шестиногая. Табуретка, блин, бракованная. По крайней мере, он не по королю шмалял. Так, выбегай внезапно вот сюда. Прямо так и выбегай, выбегай. И внезапно у тебя есть перк, который... Вот. Пыщ. Решительность, силу, все остальное. Давай, повышай нашим. Прямо они, чтобы были сильные, решительные. И прям всех бы замочили нахер. Чего? Обосрал пауков. Каркаются твари. А где, кто из них король, я уже забыл. Надо его замочить. Второй. Что-то не зашел. Так, давай ему в спину. За сундоль. С поддержкой. Ох ты ж, ничего себе у него урон что-то пошел жесточайший. Ни хрена себе. Так, кто у нас там что? А, король. Это есть король, да? Это король? Ты король? Слышь? А он зачем-то побежал. Но получал. Сейчас он этого грохнет. Да, чтобы себе хп поднять. Гнида, тварь, урод. Ну и на этом его полномочия все. Хорошему. Так. Дай им поплюх немножечко. Мало, мало, мало урона, чувак. Больше надо урона, понимаешь? Больше. Так, вальни его вот этой штукой нафиг. Got first blood. И ни хрена ты first blood не взял. Гнида. Тупарь. Так, нельзя. Так, что у него тут? Рванутый. Ну, может, ему огня еще добавить? Ой, нет, так мы ничего не... Я пошутил. А если его пробовать заморозить? Ну, эта штука замораживает крайне редко. Опа! А вот это было очень нужно. Прям очень нужный момент. Он просто вылетел из строя. Это же круто. Ну-ка, шарахни своими молониями. Давай, бэм! Лачевонгра, Камонгра, я не понял. О, молодец, короче, хрен с тобой. Сделала, что могла. Так, гнумий. А, блин, там тоже будет при возможности. Ну и пофиг. Это не так страшно. Блин, я зацеплю своего. Так. Удар щита в репу. Ну, это вряд ли поможет. У них сопротивление мощное. Так, давай, эльфийка, шмальни их. Дальним выстрелом добери паука хотя бы. Что-нибудь сделай. Есть. Так, теперь смещайся, наверное, в эту сторону.
чуть-чуть. Я опасаюсь вот этого вот правого, что он просто на нее попрет, и ей будет плохо. Так. Да, не-не-не, вот так вот. Давай. Он испугается, побежит и получит при этой самой, нет? Да, он испугался и попробовал побежать и наполучал. И побежал сразу паучка мочить. А нет, он убежал так далеко, что даже до паучка не добежит. Давай к этому беги, к паучку сразу же. Будем его кромсать, ибо нефиг. Эй! Когда это он отравиться-то успел? А, он там застрял, поэтому отравился. Еще он консервы тех пожрал. Что происходит? Ну. Такие штуки, кстати, хорошо работают, когда много врагов. Угу. Втащи ему, да, до бига. Вот так вот. Хоть какая-то польза от союзников есть. Это хорошо? Это хорошо. Так, беги. Куда-нибудь. Беги сюда. И контроль. Вот это вот все. Он попытается побежать, и ты ему... Ай! Нежданчик, а? Как я его? Подловил, гада. А, хорошо. Не сработало. Так, ты далеко у нас бегаешь? Не так, чтобы далеко. Да, сюда. Можешь кинуть ему в спину башкой этого гоблина. А, держи. 2 хп, серьезно? Так, а где у нас... Вот это у нас король, да? Где король? Кто из вас король? Ты кто? А, это вот он и есть король. Кинь ему лечилку. Эть. Работало? А ты на него еще хил кинь. Король, ты должен выжить. О. Так, гном, ты давай просто иди уже вот, в наглую на паука-то и кинь его топором. Держи. Так, эльфийка, пробуй добрать. Ну в чем проблема твоя? Добрать вот это вот чудо. Закончился. Хорошо. Вмещайся. Так, ты давай, добегай. До этого вот. И втаскивай ему. Есть чем втащить? Могучий взмах. Давай. Ну, не такой уж и могучий. Могло быть и помогучее. Заткнись. Лучше подхили короля. Вдруг он сдохнет, вздумает. Короли, они, ребята, упрямые такие. Давай, беги, беги. Беги, говорю. Беги. Ну, о. Какие тупые. Нельзя бегать в таких ситуациях. Тебя при возможности стукнут. Эти все жопками своими срут. Что-то, блин. Паскуды. Давай, король. Вперед в бой. Таскивай. Чего? Давай добегаем до него. Пытаемся добежать хотя бы до него. Эть. Не бежали.
А дальше что? А это что такое? Первым лезем всех. А, ну это не то. Не то. Ну можно его обездвижить. Он не бегал больше никуда. Нет, физическое сопротивление. Блин, не обездвиживается, гад. Ну подтягиваемся тогда все туда. Что делать? Давайте, давай, вперед. Он один остался, по сути. Король-то поумнее оказался, тоже молодец. Прибежал сразу к нам. Давай свой коронник. Вверх кормой. Так. Ты стрельнуть-то можешь? Не-а. А кольцо? У тебя же кольцо было. Ты можешь его применить? Нет, не можешь. Давай сюда тогда. Может, отсюда сможешь. Потом. Так, Варвар. I hate spiders. Так. Сбитые есть? Чить есть кого? Нет? Можно применить что-нибудь. Божественный ветер. Вот на него примени. Дурак, да, полный. Я согласен. Чего-то там. Хорош. Он еще раз ему втащил. Молодец. Заспасали короля, но мне кажется, что этим дело не кончится. Ух. Посох своевременного ока хаоса. Нагрудник клепитана Фангерики. Чего? Кого? Если у агента есть полное здоровье, он получает плюс 20 поклонения. Значит, это 7, ловкость 2. Интересные вещи тут есть. Брать все. Лечить пока посмотрим. The trolls of the depths must have eaten the spiders. If they mutated because of the fungal magic of the crystalline structure, it could explain the growing complexity of. Blah 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 blah. Shut it! It's magic. Ah, now we get it. I survived alone. Ah. Dear Topsiders, what pleasure to have you here. You believe in glowing spiders now? Indeed. I always said they're a terrible scourge. I'll death anyone who says the contrary. Upon my word as Hulfasok the Butcher. He makes even the party look perfectly sane. You owe us a favor. We're looking for a statuette. And I'm feeling magnanimous. I'll allow you, in exchange for your armed contribution, to descend into the magnificent mines of Uruk to ask for my audience. Or we could capture him. He's alone. Sounds sensible. Maybe. We need a plan. Ah, the new escort is here. My elite team of murderers. Too late. Let's try to stay in his good graces. Элитное стадо потрошителей. I'll be waiting on the throne for your requests. Until then... Mind your elven slave. Someone could be tempted to tear off her face. Hey, I'm not a slave. What a nasty little man. Well, to be fair, we'd all feel better if they did. That's awful. Are you insane? Так, у них есть тут продавцы какие-нибудь, где можно было бы отдохнуть. А почему нас ведет варвар? У нас же есть вот руководитель. Бездну Урика. Ульриха. Блин, я хрен пойми. Короче, какая-то бездна. Крыса в колпаке в поварском. Да, это жесть. This place brings up so many memories. And not the good kind. Like the insult tournament. And the fight on bridge. Да, было дело. Let's try to restrict our interactions to protect the timeline. If things haven't changed, the throne room is east. Let's hope it doesn't go south.
Здрасте. Это мы пришли. Здесь у нас махачи были, ой-ой. А где у вас тут есть магазин? У вас тут есть продавец чего-нибудь? You shall not pass. I got transferred to the frontline tunnels shift. Is that good? It's a punitive promotion. If all goes well, it's honorable. And if it doesn't? It's terminal. Anyway, topsiders, this area's off limits. If you don't have a royal pass, beat it. Так, мне нужен кто-нибудь, кто продает покупку. О, здорово. Мы у тебя можем отдохнуть. Так. Повышение у нас раз, два, три. Ну ладно, давайте посмотрим. Так, что у нее можно третье зелье вкинуть? Защита 10. И здоровье заход 400, что? Молниеносных рефлексов. Уклонение, парирование, передвижение. Длятся 3 хода. Зелье смягчения удара. Защита 100. Длится 1 ход. Силище тролля. Ну ей-то это зачем? Магическое сопротивление, череп. Ну да, понятно, там... Вор. Блин, а что ей прилепить-то? Я не знаю. Молниеносные рефлексы ей дать на 3 хода. Не особо оно и поможет, конечно, но хрен с ним. Так. Да давайте ей качнем чего-нибудь. Что ей можно накачнуть? У нее есть 5 очков. Ловкость, решительность — это ее основа. Ну, в силу надо вкатывать. Физическому урону тоже немножечко. 2 в ловкость, как всегда, и в решительность. Что там у нас? Сопротивление? Да такое себе. Харизма, что у нас было, я забыл. Поддержки, точности. Целительную силу эльфийки повышает. Все-таки ей надо вкинуть чуть больше урона. И, наверное, в ловкость еще чутка. Так, куда мы ей вкинем эти? У нее уже все, что можно открыть, все открыто. Так, эльфийская песня, кринжовенькая песня. Сторона оглушения всем целям вокруг эльфийки. Так, выстрел, большой урон. Очень мощный выстрел. Большую дальность со штрафом в 40 точности. Дальность 10, урон 300%. Сейчас он сколько? Дальность 7. Ну, дальность 10. Да я пробовал, какая-то хрень какая-то вообще. Надо посмотреть что-нибудь более интересное. Удар мечом, который возвращает эльфийке пункт действия, если убивает цель. А, вот что можно улучшить. Это неплохая, кстати, штука. Что у нас здесь есть? Наносит урон всем врагам на своем пути, снижая их решительность. Защита минус, решительность тоже минус. Гномы всегда ненавидели радугу, вероятно, потому что она сделана из воды и солнечного света. У меня другое подозрение, но ладно. Радужная стрела. Урон 250. Лучше с дебафом взять. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь у нас плюс 3 к харизме. Ну вот, можно плюс 6 к харизме. Зачем как качать харизму, если можно ее здесь прокачивать? Так, стоп. Умение атаки получает плюс 1 к максимальной дальности. Один и дальность. На 20% урона цели на расстоянии 6 клеток больше. Во. Вот что надо ей брать. Тыц. Так, интеллект 3, ловкость 2, как обычно, и разброс идет. Потому что интеллект — это магический урон есть, а ловкость ей помогает уворачиваться, когда ее пытаются стукнуть. Ну и точность тоже как бы повышает. Так, дальше. Что это у нас?
Змея смерти. Маневренный снаряд, который бьет по цели без учета укрытия или невидимости, наносит ей огромный урон, накладывает испуг. ТЗД все то же самое. Штраф за защищенности и испуг. Урон сколько? 200. И здесь тоже 200. А это что такое? Мощный луч Айкантарт. Луч, который пробивает все цели на 7 урон. Запас отравленной энергии в виде опустошительного луча. Она выглядит при этом настолько круто, что даже варвар может посчитать, что магия жжет. Кстати, здесь вот у меня еще не докачано. Не докачано. Надо сначала докачать эти, потом уже идти к следу. Стоп. А что здесь у нас? Лечение. Ну, здесь не докачано. Так, сколько у меня здесь лечения? Лечение 75, дальность 5. Лечение 115, дальность 5. Вот. Высокоуровневое заклинание, которое ощутимо лечит цель на расстоянии, также стреляет. Перерезанное сухожилие и отравление с повышением интеллекта становится эхоэффективнее. Настолько эффективно, что многие пользователи сообщают о появлении дополнительных конечностей у людей, которые жаловались только на легкие раны. Так. Ну, это такое тоже. Но это я не качал, поэтому сейчас уже нет смысла за нее браться. Вот эта штука хорошо замерзание накладывает. 50%. Там 50%. И так и сяк, да? Урон 120, урон 80, но больше площадь. Ну, площадь не всегда срабатывает, потому что вперемешку могут быть и свои, и чужие. Это надо понимать. И шанс все равно 150%. А здесь урон 120%. Не знаю. Здесь везде 50%, то есть под урон это заклинание не идет, оно именно на то, чтобы вырубить цель на какое-то время. Урон 300%. А это что такое? Меняет местами с врагом? Не, я этим не пользуюсь. Вот это тогда можно взять дополнительный еще перк, кроме всех. Эти-то у меня все, что надо, прокачано. Ну и этот улучшить, испух. Минус 15 защищенности вкатить тоже больно. 200-200 одинаково. Просто здесь добавится минус это самое. Да, в принципе, и так рабочий. Давай возьмем еще один. Плюс один. Так, что у нас здесь? Плюс 10. Шансу критического успеха и плюс 5 шансу критического промаха. Нет, спасибо. Если бы без шанса промаха, я бы взял. Получает урон, заодно получает плюс 10 к натиску магическому, получает урон. Да почему все время получает урон? Действует с врагом, получает 2 к интеллекту. Вот, плюс 10, но минус 5 к натиску. Да ё-моё. Что с вами не так? У вас нормальный перк, есть что-то такое? Действует с огром, получает плюс 2 к интеллекту. Что за хрень какая-то у нее тут началась? Если урон, если, блин, то, если не это. Какие-то перки дурацкие здесь начались, просто никакие. Вот это такая себе лотерея, конечно. По сути, если выравнивать по нулю, мы имеем плюс 5 к шансу критического успеха. Можно было так его и сделать. Но это все самое внятное, что есть. Так, кто еще у нас? Жрица, которая любит пожрать. Что там у тебя? Хилы прокачаны, а это что такое? Свежее дыхание тыквальда. Ну, он тыквлит, конечно, но тыквальд звучит прикольнее. Лечебное заклинание, которое лечит, также лечит 3 травмы. Лечение 10, дальность 10. Применяется на союзника, нанося урон по площади вокруг него. Для спасения окруженного союзника. Урон 100%. Забавно. А у меня докачано все, что должно быть докачано. Молния у нее не докачана. Ее надо усилять. Здесь у нас 205. По площади хреначит. Ну такое. Это как-то тут. У нее здесь какие-то перки говняные начались. Что у нас здесь было? Повышает защищенность, харизмость. Да, цели. Здесь ее можно повысить будет еще больше. Но это у меня. Это баф, короче.
баф. А это атака. Ну, с атаками у нее проблема. Может, докинем ей еще одну атаку. Потому что ее мало у нее атаки. Так, дальше. 5% чего? Стандартную атаку дальнего боя. У нее стандартная атака бесполезная, как не знаю где. Получает ауру, которая дается плюс 30 к регенерации здоровья. Вот, вот. А это у нас что? Получает плюс 5 защищенность за каждого погибшего героя. Да идите вы. Это что, отсюда что ли идет? А, нет. Тут просто она меняется. Вот это берем. Даже другие даже смотреть не буду. Это прям вещная вещь. Так, интеллект. 3 из 5 сразу же. На ловкость можно накинуть один. На точность, чтобы было. И на харизму один. Все. Подтверждовываем. Вот так. Ну, слава богу, мало было. А то бывает целый отряд прокачивать приходится. Это кошмар. Так, что у нас по зельям? У всех зелья есть? Величайшее зелье здоровья. Закидываем. Все, все нормально. Все живы целы, можем идти дальше. Пошли. Нам, похоже, куда-то сюда. Эть. О, мы куда-то пришли, куда надо пришли. Здорово, Хальфак, разрубатор. Remember, your survival is but an effect of my generosity and ineffable courteousness. Still completely nuts. Let's focus on the statuette. As we told you, we are looking for a statuette. Small, green. Very, very ugly. The 8th statuette of Gladelfera. We're willing to pay for it. But not too much, just a few coins. This requires some thought. The treasure of the big anvil holds many things. He's a big anvil. We already pillaged that. Not in the past, and we should stay quiet about it. What? Nothing. He misses the plains. Running after marsh legs, ransacking the villages and all. Until I've made my decision, you'll do us a favor. Начинается. This sounds bad. We've been harassed by drow slavers. They're swarming the tunnels and stealing our slaves. Drow работорговцы, это еще вообще как кто? It's... That's not nice, those poor slaves. Yes, poor slaves. They must be lost without me. Anyway, it'd be of great help if you could kill some slavers and their goblinoid minions. Servitude without consent is a curse. No one should be subjugated against their will. There are enough poor people who will willingly choose their master. A chance to whoop some drow arse is enough for me. We get to fight is rock. Perfect. Bring back a few bloody drow skulls and we'll see about the statuette. Here's a pass for the guards of the West Blockade. Эх, я так и знал. Ни хрена нам не дадут статуэтку. Так, а куда нам дальше-то? Может, нам к тем, вот, которые нас прогнали, может, у нас есть пропуск, типа, а вы идите на бал. If you don't have a royal pass, beat it. We have a pass. Blimey, the king only gives these to great warriors or future slaves. Weird, I'm not surprised. The slavers are close. You'll soon know your fate. Ну ладно. А гномы нам будут помогать или нет? Я не знаю. Ну и чё? Здрасте, господа гномы. Как ваши дела? Нормально, все хорошо? Мы тут как бы бегаем. Это ничего? Это вам не мешает, это вас не смущает.
Как туда пройти-то? Вот как туда пройти. We've left the area that's controlled by the Chaos Dwarves. Stay sharp. The Drow slavers could be anywhere. All these vicious drows with their leather and barbs, their whips, and their... Oh, no. Эй, господи, бабник. Так, куда, что, кто, где? Блин, конечно, это все запутано, замутано. Оп! Здрасте! Как ваши дела? Опять эти ревоздайки будут. Чего? Maybe you smell my boots? Some of you are strong. They may be of use. Krom is slave to no one. The others will serve more for amusement. Or you could just take the elf if you'd like. I like having fun with people. What games can we play? Ball? Leapfrog? Ой, дура, господи. Maggots. Surrender. No way. I've heard this shtick for 10 years. I've had enough of oppressors. So be it. Capture them! Экс, что мы такие имеем? Ведь... Стоять. Тихо. Стоп. Все. Там. У нас тут враги где? А что эти спят? Гоблины эти проклятущие, мать их. Надо как-то выпиливать всех чертям. Они очень-очень надоедливые ребята. Хоть и, ну, вроде по идее они не должны быть сильными, но они очень-очень-очень надоедливые и выносят. Опа, магичка. Магичку убить нахер. Пещерный тролль, это еще, блин, это аналог моего Шрека, что ли? Ну, это хреново совсем тогда уже. Так, что мы делаем? Этого смещаем к магичке ближе. Ты... Смещаешься сюда, назад, эльфийка, центр. Ты сместись сюда, скорее всего, тебе нужно будет выпиливать вот этих вот клованов. А Шрек, центр, в рейндж сюда. Гном, центр. Вы вдвоем со Шреком будете центр держать, и вы вдвоем будете здесь работать. Вот так, я полагаю. Ну вот, таким образом мы имеем. Это должен добираться до магички. Основная задача его грохнуть магичку. На центре эти двое, если что, он им поможет. И эльфийка. Ну, хилерша, понятно, она есть хилерша, что с ней брать. Но этим двоим придется при поддержке магички растаскивать правый фланг. Не знаю, каким, правда, образом, но как-то им придется это делать. Зачем он это сделал? Зачем он побежал мимо него? Каков в этом был смысл? Давай сюда. Оп. И заныкайся. И вот. Оп. Вот так вот. Опа. Now it's bandits time. Bandits time. Ты типа бандит? Ну, давай, бандит. Забандитствуй. Ты чё, к Шреку пришёл? Дурак совсем? Сейчас он тебя втащит, смотри. Оп. Привет. О, мелкий говнюк. Вот они, блин, эти вопли их уже бесят. 80 урона, ё-ма, народ. Так, ты... Давай беги сюда. Начинаю выпиливать, пока не дрыхнут. Со щита ему втащи. Так, ты попробуй этих вот подморозить. Опа, обоих. Вот это было хорошо, очень вовремя. Так, гномий. Гномий. Что тебе-то делать? На этих наседать, что ли? Ну, попробуем на этих. Move it, you're in my way. Давай, сдвинь их.
крит успех. Ничего себе, он вдарил. Заповели. Ну как они прям на него налетели, смотрите. Как твари прям. Прям как твари. Фика, тебе придется смещаться туда, нужно выпиливать это говно мелкое. Эти бесполезны. Так, ты можешь достать до вот этого? Добрать его нафиг, чтобы его не было там. Хорошо. Минус один. Так, ты выдвинись куда-нибудь вот сюда на центр. Эй-эй-эй. Блин, это же варвар. Я думал, я этой дурой управляю, я варваром. Но это было совсем мимо. Абсолютно мимо. Я сейчас херни напорол. Напорол херни, напорол. Так. Вот ты смещайся в центр. И на всех вешай эту вот, как ее там у тебя. Во, давай. Повышай их всех в должности и звании. Time for a good whipping. Вот эту тварь надо сразу валить. Это очень... Она валит... Смотрите просто, сами смотрите. Бабах! И вот так вот. Нормально? Готов! Готов! Кто готов? Где готов? Ну, сейчас начнется кидание гранатами, это дебильное. Как всегда. Так, это дрыхнет, этот не дрыхнет. А куда это ты? Он тоже по эльфике кидаться будет, вот уродец. Эльфик сейчас сдохнет вообще, просто кирдык, сколько они уронов вкладывают. Так, а при возможности, хорош. Так, ты. Так, Шкрек. Ты Блевантоном можешь их добрать? Обоих. Нет? Надо бы добрать. Один минус, второй нет. Хреново. Ну, зато он что-то покушает. Восстановит себе 60 хп. Так, сохраняем позицию. Ты подкрадываешься с тылу. Нет, ты подкрадываешься с тылу вот к этому. А, тебя здесь увидят. Давай. И в спину ему тык из инвиза. Эба! И это все, что ты смог? Серьезно, блин? Это все, что ты смог? Ай, дядя мухи. Ладно. Дотянешься? Не дотянешься. Смещайся сюда. Давай. Крит успех. Ну его что, вылетит этот крит успех. А вы этого-то зачем? Так, ну этот сам догорит, если что, хрен с ним. Так, что у нас еще есть? Магичка, блин, мать ее. Магичку надо выпиливать нафиг. Гром will be proud. Ну-ка. А ты дотянешься до магички? Нет. Атака с разбега? Нет. Раздраженность, бонус. Топором в нее кинь хотя бы. Хорошо. Эльфийка. Ты можешь как-то по линии отработать по одной? Можешь. Значит, вот этих отработай. Да там один только, ё-моё, второй-то уже дохлый. Ты слепая, что ли? Дура. Или это я слепой? Но дура все равно она. Так, Варвар. Ты допрыгнешь до этой клячи? Давай-давай-давай, допрыгнешь? Вот прям, чтобы обоим. От души.
Не сдох ни один. Этот догорел, как я предполагал, нормально. Так, ты. Лечит всех и врагов, и не врагов. Давай вот так подлечитесь оба. Нормально. Теперь беги оттуда. Он тебе стукнет, но только один раз. О, видишь, даже не попал. Рукожопый. Так, ты. Добери вот этого. Кстати, ты не бафнул нас, скотина. Минус, хорош. Давай к этому в упор подойди. Итак, злобно на него смотри. Может, поможет. Не знаю кому, не знаю чем, но может поможет. Может быть. Так, они будут допиливать эльфийку, потому что она малохапешная. Горим, да, тварь? Гореть вам всем сволочам. Так, кто это у нас там? Попробуй убежать. Давай. Нет? Иди нахер, дура. Сейчас она своего ухайдокает, нет? А, нет, она прокинула так, что своего не зацепила, мразь. Конченая тварь, гнида и уродище. Эх, блин, проломить бы и баш... Давайте играть. Побеги, побеги. Да побеги ты, дурак, побеги. Во. Минус говна кусок. Так, этот дрыхнет. Нет, уже не дрыхнет, он тоже должен проснуться обязательно. Как иначе-то? Они все просыпаются и всегда не вовремя, блин. И этот тоже проснется. Конечно, проснется. Как иначе-то? Давайте защищайте уже быстрее их всех нахрен. Иначе они сейчас вас перебьют просто. Урона у них почему-то немерено, блин, у этих мелких шмакоделок. О, еще лучше. Набежало еще говна. И что я с этим дерьмом всем должен делать? И чё? They have a cave troll. Ну, ему завязываться с этим придурком, я не знаю. Что, зажечь нафиг? Давай, подожжём, попробуем. Эта штука поджигает. У него там типа острые блюда. Горение есть, отлично. Гори, тварь. Так, ты... Где твой четвертной удар? Распили его нахрен. Хорош. А сейчас магичка. Ты должна выпилить тоже кого-нибудь. Заодно подхилься. Хорошо. Вот этот фланг мы пока... Пока этот фланг мы выпиливаем. Так, дальше кто у нас? Гном? Или кто? Не, магички, магички еще надо закончить. Ну все, магичка закончила. Гном! А вот эту дуру, будь любезен. Ты ее обычным ударом завалишь? Молодец. Хорошо. Дальше, эльфийка. Кого ты можешь вынести? Есть кто-нибудь, кого ты можешь вынести, у кого мало хп? Никого нет. Блин, это хреново. Ну, может, тогда этому урона втащить. Только в своего не попади. У этого хп слишком много. Я отступаю уже тогда на фланг. Там зачистили вроде, там более безопасно. Ау. Так, это у нас кто? Это у нас мелкий говнюк. Тогда давай к большому говнюку и попробуй вложить в него... Всю свою ненависть в виде вот этой вот хреновины. Ух, крит успех даже где-то залетел. Прикольно. Так, рейнджер. Что у тебя есть? У тебя есть ядовитая стрела. А это что такое? Мощный выстрел, игнорирует парирование, уклонение. Значительно снижает шанс парирования, шанс уклонения. Ваша стрела лишает ее атак при возможности. Это пока рано применять. А кто дальше будет ходить? Вот этот уродец, да?
Потом будет ходить магичка. Ой, это жрица. Но она не будет ходить, она дохлая. Потом этот и потом этот. Хреново. Кинь-ка ты на нас деф, наверное. Кинь на нас деф. И подбеги к этому придурку. Если он попробует потом куда-то побежать, чтобы ты мог при возможности ему втащить. Не факт, что сможешь, но вдруг. А, хорошо. Гореть! За Матильду. Нифига себе. Какие уроны у них пролетают. У меня таких цифр это как-то не очень. А теперь беги. Получил? 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 Так, опять они набежали. Сейчас это тут будет творить ерунду какую-то. Но горит. Ха-ха-ха, хорошо, при возможности. Еще при возможности. Ну нахрен. Тварь. Так, вырубил нам эту штуку. Ладно, нам нужно допиливать этих кусков навоза. А, что у тебя есть? Чем ты можешь его обрадовать? Да ничем, обычной атакой только, которой ты его явно не грохнешь. Блин. Салабон. Ну, начинается вот эта вот хрень вся. Чего? Так. Дальше у нас ходит Шрек, дальше у нас ходит Рейнджер. Вот Рейнджеру надо вычистить эту всю хрень. Шрек. Добьешь гада, а? Вот надо, очень надо добить. Очень надо добить это чмо. Хорош. Подхилься. Молодец. Так, ты... Чё за где? Нифига себе, чё за, блин, бред? Как что? Давай, я got first blood. Хорошо, ты отступаешь. Я так полагаю, да? Кто там тебя караулит, этот уродец? А заморозить его не получится, да? Ну, тогда придется тебе прямо отсюда хилить ее. Отступать-то ты уже не можешь, тебя ударят. Хорошо. Так, гном. Гном, гном, гном. Гном, конечно, завязан на какой-то мелочи вонючей. Что не есть, хорошо. Давай. А чё ты его не оглушил? 5%. Ладно. Хреново, ему был, надо было бы больше куда-то в активную эту самую входить, а не с одним мелким говнарем биться. Так, эльфийка. Что ты у нас можешь таки? С рикошетов кого отскочить? Да ни в кого. Давайте тогда встань на контроль, может, я не знаю, что еще придумать-то. С этой стороны вроде никого не будет. Тогда в этого стреляй, что еще делать? Это все, что ты можешь? Сопля слюнявая, слюня сопливая. Так. Вот этого убери отсюда нафиг. Он тут явно лишний. Парирование. Ну да. Бесполезный. Вар-вар. Ну да, сам еле-еле что-то где-то спарировал частично. Так, ты. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Наложение рук. Тролливали.
То есть на себя сейчас руки наложишь. Соседнюю цель. А ты себя так не можешь? Не можешь. А подхилить себя ты тоже не можешь, да? Ну, ты можешь какой-то урон нанести, да? Но после этого тебя грохнут. На следующий шаг тебя грохнут. Если ты попробуешь удрать, тебя тоже грохнут. Блин, ну вот что с этим всем делать-то? Ну, кинь хил на нее, наверное. Хотя нет, она, у нее откатится сейчас этот самый, она сама подхилится. Этого придурка чем-то ударить. Ну, ударь этого дебила. Парирование? Что? Магическое парирование? Это как вообще, блин? Да что за блин? Шо горим, тварь? Чё, заныкался? Так, варвар уже первый раз отправляется. Он постоянно куда-то отправляется, падает вечно, но что-то в этот раз он как-то слишком быстро. Этот придурок свалился. Так, давай сюда и попробуем травануть. Так. Вот так или как? Лучше вот это, наверное. Точность и отравление. Вот давай. Так, траванем. Может, промажет. В чем я сомневаюсь. На них что-то вообще ничего не работает. Это на моих все действует. Иди со своим опогом в сапог, блин, дятел печальный. А, тут другой прибежал. Прикольно. Прикольно. Ну, может, и этой стукнуть, чё? А, он решил куда-то побежать. А, он за спину решил побежать. Прикольно, блин, охренеть. Ну да, пошли крит-успехи сразу же, да. Это мы дебилы, а у вас крит-успехи. Господи, блин, как я ненавижу это дерьмо в этой игре. Просто ненавижу. Блин, какой дебил это придумал, блин. Урод тупоголовый, блин. Не занимайся играми больше, пожалуйста, блин. Придурок. Потому что в игру играет игрок. А это твоя удача, неудача. Это бред ссаный. Отнеси ее в казино, блин. Дебилизм просто. Беспросветная чушь. Так. Травани тоже кого-нибудь. Этого травани еще раз. Или кого мы этого травили? Пофигу, травить всех. А, у него еще есть сопротивление. Ему вообще хорошо. Че ему стесняться? Давай сюда. Блин, растащил я их сильно. Не лучшая эта идея. А тебе еще одно очко. Может, ты сможешь его ухайдокать. Ну, как минимум, вывел его из строя. Зря их так растащил, конечно. Отлично, просто охрененно, блин. А где у них крит-промахи, еще что-нибудь такое? Не подразумевается, не предвидится такое? Нет, совсем ни разу. Так, ты можешь поднять эту. Хотя, блин, надо было все-таки... Не, ну три хода есть, нормально. Но она все равно не встает, да? Понятно. Ахрен ей вставать, ей так хорошо. Так. Дай ему пинка. Блин, охрененный персонаж. А какой он полезный. Просто как он нужен в команде. Да какой он классный. Зачем я вообще этого придурка поднимал? Кто мне расскажет? Нафиг он не нужен, я не очень просто понимаю, на кой хер он всрался в нот. А почему один ход? Там было два. Было три, теперь один. Ладно. Я уже заморачиваюсь какой-то ерундой. Просто ерундой какой-то заморачиваюсь. Такое дерьмо происходит, что заморачиваться с такой хренью нет и смысла. Так, ну что, вам повторить по фаербёрдсам? Давайте повторим. Отравление есть, довесим еще вам огнище. И будете гореть. Да, нет? Нет? Да? Че?
А куда он бежал-то? Он в камень бежал, что ли? А он вон куда побежал. А почему он не получил, когда пробегал мимо? Что за ерунда такая? О, вот это уже мне нравится. Когда и отравленные, и подожженные, они хорошо. Вот они прям мне нравятся. Так. Что будем делать? Подожжем этого? Я так полагаю. А что еще делать тут? Блевантон на него не сработает. Ну, надо просто поджечь. Что нет-то? Будет гореть. Загорелся. Хорошо. Так, что здесь у нас? Еще два хода он будет гореть и травиться. Добежать сюда я не могу, да? Кто у нас будет ходить еще? Рейнджер. А у этого что? У этого ничего. Да, то есть вот если я ему попробую забежать за спину, он сразу будет бить. Вот такие дела. Так, ты можешь кинуть гранату так, чтобы своих не зацепить? Твою мать, ничего ты не можешь, я понял, ты идиот. Хорошо. Плохо, вернее. Травануть ты его не можешь? Ты ничего не можешь. Ну вот смотрите, попытка забежать за спину, он сразу получает. А когда они мимо моих бегают, мои вообще не реагируют, им похрену, им хорошо. Ну да, удар сзади, и что, 117, и чё? Так, щитом кого-нибудь вырубить надо. Давай. Нет, не вырубил. Мне ничего не работает, это вообще ни хрена. Так, гном, возвращайся к остальным, ты очень там нужен. Блин, а чё он так ходит-то мало внезапно? Два шага сделал и все, закончился. Ну да, и опять она своего не зацепила. Красота. Наши так не умеют. У тебя хил откатился? Нет. Но у тебя есть бутылка. Кидай, а то она сдохнет еще чего доброго. А нам этого не надо. Всем похрену. Так, давай. Таскивай. Героически. Хотя лучше бы ты, конечно, побежал магичку ловить. Ну и он нахрен этого жирного. Пошел бы он в жопу. Или еще в какое-нибудь место. Этот побежал в гнома стрелять. А, нет, он просто на контроль встал. Хорошо. Заткнись! Так, что это у нас такое? Божественный ветер, токсины и шлаки лечат всех. Нет. А, нужно хильнуть кого. Во, кого надо хильнуть. Давай. Хильни. Надо как-то этих двоих придурков выпилить сейчас. И тогда можно уже перенаправлять все на туда. Так, ты. У тебя откатится эта хрень? А, у него нет силёнок на эту хрень. Он просто бесполезный. Он просто стоит и все. Может просто тыкать ножичком. Больше он не может ничего. Вообще ничего. Согласен, тролли говно. Фига себе у него урон. Парирование. Но почему он не получил, когда убегал? При возможности. Хорошо. Давай сдыхай уже, тварь. Сдыхай, мразь. Сдыхай, сволочь, тварь, гнида. Падает. Так, а если я тебе пощечину даю? Что-то как-то не очень. Не впечатлило. Так, ты. А, ты у нас... Что ты у нас можешь? Да ничего, I got first blood. И это все. Это все, что он, блин, может. Где ваш урон, придурки?
нулевые. Так, хильнись об этого. Ты его доберешь, я думаю, и хильнешься заодно. Минус говно, а ты хильнулась. Ну вот. Тебе и танковать. Нет, ей танковать не надо. Так, топор в него закинь. Что он там тебя ждет, а ты ему топор кинь, пока он тебя ждет. А теперь можно и бежать. В сторону магички. Ее надо выпиливать нахрен. Она что-то начала подозревать. Что-то он забурбулил. А, пердит губами. Ладно, окей, пусть будет. Так, ты кто? Эльфийка, а кто там у тебя? Эй, ё-моё, и что тогда делать-то тут этой эльфийке? Ну, стукни его, но ты ему ничего не сделаешь мечом. У тебя ближний бой вообще отсутствует. Так, что бы такое придумать? Хитрожелезное такое, хитрожелезное. Так, что-то у нас всем врагам на своей пути. А, ну давайте тогда так сделаем. Больше пользы будет. Пользы будет больше, как по мне. О, самохилищийся. Так. А, ты можешь же прыгать. Ну-ка, прыгай, прыгай, прыгай нахрен. Нет, в смысле, прыгай не... Прыгай на... Прыгай, короче, сюда и бей ее. Хорош. Молодец. Так, этот что-то начал подозревать, когда ему топор в лобешник прилетел. Нифига себе у него выстрелы, смотрите. Ну ладно, такие разрешают, такие могут быть. Так, ты. Ты у нас чего? Хп мало, хп мало, хп мало. Решительность, интеллект, силу всех союзников. Ветер, токсины, шлаки. Так, где? Да ё-моё. Соседнюю цель. Токсины. Да какого? Вот. Лечит всех. Ты можешь залечить всех, но не всех. Вот так, например. Чтобы этого дебила не лечить. Вот. И мы получаем двух достаточно заряженных хпшкой ребят. Также мы имеем этого придурка, который просто бесполезный в данный момент. Он может подбежать сзади и тыкнуть ножиком на автоатаке. И это ничего не даст. Ух, хорошо. О, вот это я понимаю. Поэтому надо и травить, и поджигать. Одного и того же. И тогда они будут, блин, дохнуть, как не знаю где. Смотри, не сдохни. Так, что у тебя есть? Да по сути ничего, тебе надо съесть колбаску. Молодец. Покушаем. 62 плюс 30, нормально. О, дай ему. Сейчас его прикончит. А, нет, не прикончил. Жаль, жаль. Если бы он его прикончил, это было бы вообще зашибись, как круто. Так, ты. Стрельни в него. Ты его должен добрать. Добрал. Хорошо. Молодец. Так, ты. Ты. Подними-ка ты нам эту вот женщину. Этот он уже, у него хп мало, по идее, его запинаем быстро. Так, гном. Дуй сюда. Не-не-не. Сюда. У тебя откатилась эта штука? Да, хорошо. Тогда втащи ей. Красавчик. Магичку не смог опрокинуть. Просто я не знаю, как это комментировать. Дурной, как пробка.
Ну и получили, соответственно, заслуженных звездюлей в ответку. Тупари безмозглые. Блин, как? Это, блин, картонная хрень. Как ты не смог ее снести, дебилоид? Вдарь ему. Ну, на тебе еще один пункт. Автоатака его еще стукнул. Три хп, серьезно? То есть, делай, что хочешь, а все равно, блин. Ай, блин, я устал уже комментировать эту бредятину, которая на экране происходит. Такая чушь. Просто, блин, нет, у него останется хп. Делай, что хочешь, у него останется хоть одно хп, то два. Один хп, там, два хп у него останется, он все равно останется. Смещайся. Давай. докинешь? Да ты бесполезный дебил, иди нахер просто, придурок. Так. Блин, Антон. Отлично, он в оглушке. Он бесполезен. Беги сюда. Кидай баф на точность всем. Так. Магичка. Ведь. Давай сюда. У тебя там что-то было такое, что срать хотела на препятствие. Ну конечно, крит промах обязательно. Отлично, отлично. Просто охренеть не встать. Просто обосраться, как круто. Блин, что за дебилизм опять? На кой хер это надо было делать? Не, теперь еще уклонения пошли, зашибись. Просто охренеть, блин. Просто бред происходит. На экране творится бред, блин. Сумасшедшего. Эту игру не в психушке делали случайно? В контексте сюжета молодцы. В контексте вот этих вот боев это просто маразм дебильнейший. Да, он все лежит, валяется. Ну, а где у нее крит промах? Почему у нее нет крит промаха? Я не пойму. А у нас кто-то упал даже. То есть что за нахер? Извините, конечно. Вставай, придурок. Не, он не встанет, он будет лежать, отдыхать. Так, покушай, молодец. Беги до тетки и попробуй ее стукнуть. Щитом по башке. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался в этой бредятине? Господи, прости, что за чушь? Эй, блин, японский ты бог, блин, что происходит, что за... Я не знаю, как это... Я серьезно, я не знаю, как это комментировать. Это такая чушь. Это просто маразматическая бредятина. Все, пошли отсюда. Ну и? I'll never be a slave or a pawn to anyone. Not anymore. Hey, chill out. Masks off. Turns out he's not that cool-headed. I knew some treachery was hidden beneath all the... Sorry for losing my composure, but slavers make me sick. Let's go back to the king and hope this raid will suffice. Ну, пошли обратно. Обратственно.
Тут где-то щель. Вот она. Идем, соответственно, к... К торговцу. Где тут торговец был? Тут был торговец. Вот он. Идем к нему отдыхать. Ну что, все целы живы? Бомба урегулирования подземфонда. Чего? Когда подземфонд... Чего? Когда подземфонд угрожает вам радикально урегулировать ситуацию, найдите себе укрытие и поживее. Лицо могущества. Интеллект 4, сила 4, харизма 4. Это кому такое надо? Это кольцо было зачаровано окунанием в потроха лесного великана, что... Пока никто не знает, как именно его зачаровали. Ладно. Так, натиск физ. Движение, сила... Так, блин, где кольцо могущества? Сила телосложения? Еще раз. А, ну у нее кольцо, которое стреляет. Тебе сила не нужна, но вот. Интеллект, харизма. Тебе такое точно не нужен. Тебе интеллект вообще не нужен, ты. Так, исходящее лечение, парирование, уклонение, харизма. Вот. Тебе, может быть, дать шанс крит успеха, крит урон. Вот этот на крит урон, да? Ну, давай мы тебе вот это дадим вместо него. Будет поинтереснее. Так, что у меня по зеленкам? Заткнись, величайшее зелье здоровья, держи. Так, ты свои сардельки, сосиски потерял. Но у нас есть брокколи. Он же кушает не только мясо, он кушает еще и овощи, типа брокколи, или противников, лук осенний, бирюзы. Так, кольцо от ассасина. Решительность 3, харизма. Здесь что у нас шанс результат? А, это я снял с этого. Так, а у тебя что, кроме одной брокколи, второй брокколи нету, что ли? Погоди, а, так, вы тут брокколи не продаете? Ветчина. Копченое мясо. Во, пивная колбаска. Да, купить. Yes, give gold now. Метательная цыпа. Введите в замешательство ваших врагов, бросив в них эту метательную цыпу, укомплектованную универсальным креплением, совместимым с любым поясом. Нет, нет, нет. И если это глупо и это работает, то это не глупо. Это не работает. Да, это херня полная. От величайших зельев здоровья можно взять штук. Несколько штук. Заткнись. Копченое мясо. Возьмем ветчину еще с собой. Там хилы хорошие с ней идут. Так. Чем тебе дадим? Еще колбаска, к которым ты привык. Так, у тебя все? Так, ну что, отдохнули, укомплектовались. А к королю пойдем в следующий раз. Здесь мы закончим, потому что видео и так уже черт знает сколько идет. Это уже не видео, а какая-то запись стрима получается. Так вот. Продвинулись мы далеко. Ну, как бы игра уже должна бы закончиться по логике вещей, но она продолжается. Ну, продолжается, продолжается. Будем продолжать, пока она не закончится. Пока все идет плюс-минус. Единственное, что, конечно, выбешивает этот элемент тупых этих рандомностей, случайностей. Это просто кошмар какой-то. Это просто вообще... Не хочу играть в игры, в которых такое вообще присутствует. Это бред какой-то вообще. Это кошмар. Вот. Ну что же, как бы... Вот. Задание выполнили. Побили работорговцев, побили еще кого-то. Короля спасли. Мы молодцы. Мы молодцы.
Ну и все вот так на сегодня. Итак, всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.